Всем привет! С вами Кононова Анна, интернет-проект Faberlic Online. И в этом видео я бы хотела показать, как исправлять, если вы написали свое имя, фамилию с маленькой буквы и так далее, вот как редактировать свое имя. То есть мы с вами для начала, чтобы получить свой канал в YouTube, создать его, сначала регистрируемся в почте Google. И вот у меня данная почта, и потом уже мы переходим в наш аккаунт, и вот после создания почты мы создаем YouTube канал. Тут все понятно, да? Но все, что вы создаете на Google аккаунте, отображается у вас именно уже, если вот мы перейдем в ваш аккаунт, оно у вас и будет отображаться. Вот давайте посмотрим профиль Google+. Вот, и тут и шапка та же самая, и фотографию. Вот если вы ее тут будете менять, то она у вас будет точно такая же и на YouTube. То есть, какое фото профиля у вас на Google, такое фото профиля у вас и на YouTube. Итак, нажимаем «Изменить профиль». И вот тут как раз-таки мы с вами можем менять фотографию. Да, то есть, нажимаете и выбираете, какую вам нужно фотографию, какую бы вы хотели выбрать, да, то есть это все, я так понимаю, фотки с Фейсбука, может быть, да, вот. Далее, значит, выбираете и потом смотрите, как вам ее уменьшить, увеличить, еще что-то, да, и тут же нажимаете вот о себе, тут, кстати, немножко поменялось, и вот оно есть. Вы можете редактировать рабочее описание, контакты свои, телефоны свои, да, то есть вот рабочие контакты, чат там, адрес, еще что-то, да, то есть все можете сюда вписывать, телефон можете вписывать, да, то есть, ну, у меня тут Skype написан, вот. Далее, значит, можете что-то написать, да, я вот, допустим, написала, что ничего не меняется, если ничего не менять. Тут, кстати, стало очень интересно. Можно нажать, чтобы было жирно, да, то есть, чтобы было интересно. И вот оно, где имя, да, то есть Анна Кононова. То есть я могу сейчас написать Анна пробел Кононова, а тут могу написать Faberlic Online. Да, давайте, к примеру. Так, Faberlic Online. Так, нечаянно допустила ошибочку. Минутку исправлю. Да, Анна Кононова, Faberlic Online. И тут можно написать, что, допустим, свое звание. Старший международный директор Faberlic. Вот так вот можно охарактеризовать, но это не сразу, да, то есть это не сразу сработает, то есть нужно ждать минут где-то 15, да, ну вот давайте так оставим и посмотрим, что будет. Ок, слишком много символов, давайте слово тогда Faberlic уберем, потому что оно у нас уже есть. Ок, все равно много. Так, ну давайте, delete, ок. Ага, сохранилось, вот, да, и видите, Анна Кононова, Faberlic Online. То есть у нас сейчас все это сохранилось, и мы идем на YouTube канал и смотрим, тут была Анна Кононова. Перезагружаем. Вот, смотрите, Анна Кононова, Faberlic Online. То есть оно уже сейчас поменялось, но иногда меняется минут 15. Да? Я не знаю, с чем это связано. Иногда сразу, иногда так вот. Поэтому просто, кто тычет, да, вот мышкой на свое имя на YouTube или хочет поменять фотографию, то, конечно, тут вот можно изменить значок канала, да, но когда вы на него нажимаете, да, тут вам пишут, чтобы установить новый значок, нужно перейти в профиль Google+. Значок обновится на YouTube в течение нескольких минут после того, как вы его измените. То же самое название вашего YouTube канала. Ну что ж, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых, полезных и интересных видео.